Да, перемена у нас. Училка против маяка. В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Гартман, и я опять буду говорить о русском языке и о словообразовании. Как оно происходит? Есть корень, значимое часть слова, к нему добавляются суффиксы, приставки, и получаются однокоренные слова. Вот, например, слово «украсть». Чтобы образовать глаголы страдательные причастия, иногда можно использовать суффикс «ем», что и сделал Сергей Стилавин. И названы самые украдаемые товары в России. Самые украдаемые, что за слово?